Значит, бункеры правда есть. Эй, дружок, как ты сюда попал? Карахо. Это сделал не ты. Малыш, все норм. Кеконю? Быстро собери оружие. Посмотри на все эти вещи. Чоризо. Чоризо! Ко мне! Сосредоточься. Найди меня. Скорее. Шесть! Ты здесь? Шесть. Расскажи, что происходит. Помоги мне закрыть врата. В этом бункере дверь в другое измерение. Эльдо Вородор как раз оттуда. Твои люди. Они его впустили. Нет, не мои. Им все мало. Наука дороже жизни. Нужно закрыть врата, иначе... Обратная сторона поглотит Яру. Ну ладно. Я помогу. Но сначала верну Чоризо. Рискнешь жизнью ради питомца? Что сказать? Я очень люблю собак. Но это маленькая. Сумасбродство. Ладно. Но сначала подготовься. Коню! Будет кенсионера? Пистолет и твой большой нож. Иди, скорей, остановим этот кошмар. Так-то лучше. Без пушки, как без рук.
Хорошо. Дверь открыта. Найди врата к обратной стороне. С мачете и незаряженной пушкой? Все равно, что отправить меня туда с ложкой. Это все, что осталось. Ты можешь поискать что-нибудь получше. Ого. Видать, у них все еще холодная война. Это не учение. Повторяю, это не учение. Обнаружив врага, стрелять на поражение. Боевая тревога! Боевая тревога! На территорию проник враг. Ясно. Адиас! Это не учение. Повторяю, это не учение. Обнаружив врага, стрелять на поражение. Командование, это Альфа-1. Боевая тревога! Боевая тревога! Игнорируйте это сообщение. Конец. Тёма, мерда! Все входы и выходы перекрыты. Это не учение. Повторяю, это не учение. Обнаружив врага, стрелять на поражение. Боевая тревога! Боевая тревога! На территорию проник враг. Все входы и выходы перекрыты. Это не учение. Повторяю, это не учение. Обнаружив врага, стрелять на поражение. Не знаю и знать не хочу. Боевая тревога! Боевая тревога! Черту наработки! Главное спастись самим! На территорию проник враг. Там огнеметчик. Все тихо. Прием. Все входы и выходы перекрыты. Будьте наготове. Это не учение. Повторяю. Большая ошибка. А что ты на это скажешь? Больше никаких выходок! Что с этим человеком? Это не человек. Теперь он кукла. Марионетка. А кто дергает за ниточки? Шесть. Надеюсь, ты не узнаешь. О, это что за хрень? Мьерда. Команда, это Альфа-2. Привет. Это не учение. Повторяю, это не учение. Светится. Хуан бы оценил. Обнаружив врага, стрелять на поражение. Открывает. Учение.
Запись началась? Отлично. Телепортация живой особи. Тест номер 709А. Шесть, ты готова? Нет, дядя. Я не хочу. Ты же видел, что случилось в прошлый раз. У тебя почти получилось переместить объект живьем. Нужно попробовать снова. Это дурной мир. Нам там не место. Мы не нравимся. Ему. Кому мы не нравимся? Чернобогу? Это же просто страшилка для детей. Я боюсь его. Ты сам боишься. Я чувствую. Шесть. В последний раз говорю. Не лезь в мой разум. Я не могу. Твой страх так силен. Нужно остановиться, пока еще не поздно. Надо запустить лазер. Сначала вставь в цилиндр, а потом поверни ключ. Ага, я иду. Черт. Я уже не в Яре. Говорила же, это обратная сторона. Тень нашего мира. Напоминает мою старую квартиру. Только тут чище. Ладно. Пусть будет обратная сторона. Я не чувствую песика поблизости. Его забрали. Далеко. Скорее наружу. Черт! Русские тоже здесь. На воды! Кто приходит? Не дайте штуки улетнуть. Осмотрите здесь все. Эта хрень повсюду. Записываешь? Хорошо. Шесть. Снись. Что такое? Что происходит? Доктор Сидоров попал. Его группа...
группа должна была выйти на связь 2 часа назад. Установи с ними контакт. Попробуй найти их. А где устройство? Мне без него не сконцентрироваться. На это нет времени. Придется так. Найди его! Да, дядя. Я ищу его. Пока нет. Принято. Продолжай контролировать сектор 3. Я что-то вижу. Да, нашла его. Он стоит. Ждет. Значит, он жив. Славно. Пусть возвращается. Доктор? Доктор Сидоров? Нет. Вас понял. Продолжайте контролировать сектор 3. Это... Что с тобой? Держись, я иду. Что случилось? Мы тебя прикончим! Что это нахрен было? Шесть, что с этим человеком? Это не человек. Это кукла на невидимых нитях. Жертва обратной стороны. Их трудно убить, но они восприимчивы к жизни. Понимаю. Впереди склад военных. Там может быть хорошее оружие. Да, большая пушка сейчас не повредит. Зажигательный. Круто. Пинга, опять куклы. Хочу этого. Вот ты где? Нравится? Вот! Это что за гигантский паук в небе? Это Чернобог. Он создает кукол и управляет ими. Забудь про него, ищи свою собаку. Да как про такое забудешь? Иди в школу за рекой. Я слышу там эхо пёсика. Скорее бы все это закончилось. Крокодилы, куклы. Перфекто. Пинга. Опять они. Не хлопоты. Си. Я найду нам еще. Шесть. А нельзя просто вытащить отсюда Чоризо, как ящик? Я не знаю, где он.
К тому же попытки переместить живых существ заканчивались плохо. Может, если по частям? Нет. Все, проехали. Я его найду. Берегись, Дани. Куклы поблизости. Их много. Это очень плохо. Ненавижу школу. Ну как, чувствуешь след Чоризо? Да, чувствую. Оглядись. Он близко. Смотреть в оба. Thank you.
уйти. Колесо Чоризо. Шесть. Тут часть тела Чоризо. А, соболезную, Дани. Чего? Нет, это его колесо. О, возможно, он еще жив. Погоди. Я что-то чувствую. Отель? Это рядом. Пора снять номер. Опять они. Тут кто-то есть. Ах! Твои друзья уже здесь! Конья. Вечеринка кукол. Видишь своего пса? Я его чувствую. Может, он на вечеринке? Что ж, окунусь в веселье с головой. А вот это уже кое-что. Гаечный ключ Чоризо. Конья. Надо поискать другие зацепки. Thank you.
У нас пополнение. Мы идем за тобой. Оружие. Перфекто. Потрясно. Еще Ризу не видно. Здесь только один из его ключей. Не понимаю. Я его чувствую. Но слабо. Он глубоко, темный, холодный. Если это отражение Яры, то здесь поблизости должны быть пещеры. Да, пещера. Это она. Иди. Ну, погнали. А что такое кинцианьерас? Кинцианьера — это такая вечеринка. Я бы хотела на вечеринку. Ты что, всю свою жизнь в бункере просидела, что ли? Да. Мне с раннего детства запрещали покидать эти стены. Черт. Что ж, когда все закончится, устроим вечеринку. С меня пиво. Хорошо. Кинцианьера и выпивка. Звучит здорово. О, тебе понравится, Миха. Поверь. Блин. Только бы не заметил меня. Только бы не заметил меня. Прокатило. Ну и ладно. Сами накатили. Мила.
Чоризо! Нет, 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 нет! Чоризо! Я так волновался, дружок. Пойдем отсюда. Вот так. Осталось тебе помыться. Шесть. Чоризо со мной. Но он ранен. Спокойно. Я перемещу его. Точно? Это же не ящик какой-нибудь. 60-40. Правда? Что ж. Слишком много! Возвращайся к бункеру, Дани! Скорей!